15 сентября 1867 года на сцену маленького провинциального театра в Симбирске впервые выйдет человек, о котором вскоре сговорит сначала вся российская глубинка, а потом и столицы. Почти 4 десятилетия спустя, когда его не станет, его будет провожать тысячная толпа по Невскому проспекту к Александра Невской лавре. Но будет на его пути и Самара тоже. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».